Темный туннель, грохот колес, запах смерти. Так начался наш путь в D6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Если верить карте, в D6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли, но и людьми быть перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось? Артем! Эй, с Артемом что-то творится! Свет, ты его слепишь. Артем, все в порядке? Дьявол тебя дери, ну ты нас и напугал. Что это было? Ты можешь встать на ноги? Мы приближаемся. Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Черт, у меня от этого места мурашки по коже. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Я знал, что не может у нас выйти все так гладко. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артем, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. 3А на 2D. Что-то к нам приближается. Забей! Упыри! Похоже, что... Артём! На пулемёт! Ну, хотя бы сдохну в бою. Огонь! Давай!
подсоединил. Достало! Получилось! Не хотел бы там оказаться. Шесть сюда. Это еще что? Черт, темно, как у негра дома. Ладно, давай посмотрим, что там. Десантируемся.